Берестяные грамоты, ювелирные украшения и детали женского и детского костюмов, пуговицы, амулеты, гривны, бусы, браслеты, кольца, кожаная обувь, различная кухонная утварь, ножи, орудия труда и торговли, обереги, игрушки, предметы обучения грамоте. Все это собрала в себе выставка «Коллекционируя Россию. Великий Новгород». Все эти экспонаты впервые в приморской столице. Владивосток обратился к нам с такой просьбой, ну и мы решили попробовать, почему нет. Потому что, естественно, сами, наверное, самим организовать такую выставку довольно было бы трудно. Наша коллекция археологическая является эталонной коллекцией археологических предметов из древнерусских городов. Наша коллекция насчитывает сотни тысяч предметов. На этой выставке 243 предмета. Это очень маленькая часть. Берестяные грамоты – нечто противоположное летописям. Они ценны тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное, заурядное, то, что не казалось достойным памяти потомков. Это дает возможность изучить и реконструировать повседневную жизнь средневекового человека, как бы услышать его голос. Я бы хотела, чтобы обратили внимание обязательно не только на вещи, но обязательно на тексты, читали грамоты, потому что, когда ты читаешь, ты слышишь голос человека, который жил 800 лет назад, например, да? Живые голоса. Это своего рода истории людей, конкретных, имеющих имя, возраст, биографию, род деятельности. Экспонаты рассказывают о разных сферах средневековой жизни, семейные отношения и быт, обучение и мир детей, освоение новых территорий, власть, торговля, творчество, религия. Каждая история иллюстрируется археологическими и историческими предметами, позволяющими детально представить жизнь древнерусского жителя. Мы хотели показать яркие вещи, мы хотели показать... Ну, вообще завлечь, может быть, дальневосточного зрителя Великий Новгород на самом деле. Выставка – часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей имени Арсеньева реализует по программе «Музейный десант». Привоз в течение каждого года по одной из региональных коллекций, которые являются действительно уникальными. Коллекции, которые нет нигде более. Вот коллекция новгородских грамот – в том виде, в котором она есть в Великом Новгороде, нет больше нигде. Мы просто хотим, как региональный музей, чтобы кроме регионального контекста еще, да, кроме рассказов о региональных сюжетах, местные люди были вписаны в общероссийскую историю. Подобных архивов в мире пока найдено только 3. На сегодняшний день в Великом Новгороде обнаружено более 1000 грамот. Лишь часть из них – целые остальные фрагменты. Древние новгородцы, получив берестяное письмо и прочитав, чаще всего разрывали его и бросали на землю. Благодаря кропотливой работе ученых, восстановленные новгородские берестяные грамоты в достаточно полной мере осветили реальную жизнь средневековых новгородцев. Выставка, повествующая о древнем русском городе и его жителях, пробудет во Владивостоке до 5 августа. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.